А эти художества тут зачем? А это новая машина, которую Лаврушин купил незадолго до смерти. Незадолго до самоубийства? Да. Оно так обычно и бывает. Покупаешь себе новую машину за 10 миллионов, а потом думаешь, господи, как мне все это надоело. Запираешься в ней, заводишь мотор и отъезжаешь. Очень остроумно. Нет, ну, рисуешь-то, конечно, хорошо, Илья. Только это вот к делу не пришить. Ты что, может, в художники решил податься, а? Ну, не так радикально, в частный сыск. О. За неверными мужьями следить. Достойная работа для опытного оперативника. А настоящих преступников кто ловить будет, а? Да я бы ловил, Андрей Михайлович. Да кому это нужно? Я с самого начала считал, что это самоубийство. Ты доказать обратного мне не смог. Наверное, потому что вы не дали мне это сделать. Ладно. Скажу все как есть. Лаврушин действительно отравился выхлопными газами. И следов насилия на теле нет. То есть все-таки самоубийство? Но! Но? В машине Лаврушин оказался с отеком гортани. И, скорее всего, без сознания. Так, а причина отека? Возможно, аллергия, но не пищевая точно, потому что там содержимое желудка было уже переварено. Может быть, лекарственное. А наркотики могут быть? Его бывшая жена говорила, что он стал увлекаться. Очень даже запросто. Какие выяснить можно? Трудно. Но можно. Ну, трудно. Илья, ну ты же здесь уже не работаешь. Ну... Работаю еще 2 часа. И имею полное право назначить повторную экспертизу. Выясни причину отека. Ладно, иди, иди с глаз моих. Я жду. Свободы с чистой совестью? Очень смешно. Ага. О, так, Дима, это к тебе соболезную. Что это? Лаврушина. Почему вы меня не вызываете? Я хочу дать показания. Уже не надо. Что значит не надо? Я Лаврушина знала лучше всех. Я что, просто так с ним развелась? Он был эгоист. Он не мог себя убить. Потому что считал себя пупом земли. И жадным был. Он деньги скорее сожрет, чем даст кому-нибудь долг. Тем более он не мог ничего завещать какой-то там ромбабе. Кому? Ну, у него все любовницы были одинаковые, такие мясистые, вульгарные, ромбам. Вот вы пирожные такое любите? Не очень. А он только такие и ел. Впрочем, однажды я его видела с какой-то бабой в белом шарфе. Шарфе? Ну да. Белый такой шелковый шарф на голове. Элегантная, породистая. Ему такие не нравились. Я не знаю, что он с ней делал, но точно не спал. В общем, его убили. В общем, этим делом я больше не занимаюсь. Капитан Митяев с удовольствием вас проведет к полковнику Барышеву. Не-не, Барышев это дело закрыл. Что значит закрыл? Как закрыл, так и открыл. Пойдемте, пойдемте, ведите меня к нему. Мать Лаврушин не мог себя убить. Он был эгоистом. Молодая дама. Здравствуйте. Вот, взгляните, будьте добры. Это нефритовая черепашка, моя любимица. Оберегала меня всю жизнь. Вы продать ее хотите? Ни в коем случае. Вы ее так возьмите. Вас как зовут, деточка? Даша. Вот, Дашенька, а я Полина Антиповна Замайская. Последний из замайских. А это наш оберег. Никто из нашей семьи ни своей смертью не умер. Все доживали до глубоких седин и умирали только потому, что пора была. Вот и мне пора. Возьмите, деточка, пусть она другим послужит. Полина Антиповна, так не делается, нужно договор составить. Да как же вы не понимаете?
вы его тут на полочку поставьте, она сама хозяина выберет. Погоди. Барышев твой еще будет уговаривать тебя вернуться. В сериалах ведь как? Главного героя увольняют. Он доказывает, что был прав. И в результате его возвращают на место с повышением. Не, ну если в сериалах, то конечно. Но я не вернусь. Ну и ладно. Зато жить станешь как человек. А это как? Ну, зарабатывать будешь больше. Отдыхать будешь больше. Женишься. И, наконец, избавишься от своего принципа. Новое дело, новая женщина. Муза. Что? Новое дело, новая муза. И не избавлюсь, и не женюсь. Ну, объясни мне, почему? Потому что на музах не женятся. Музы, они прилетают, вдохновляют. И улетают, и все, всем хорошо, все свободны. Офис нашел? Да, у меня ребята-художники знакомые продают мастерскую. Пока ее не купили, разрешили нам там посидеть. А кого в напарнике наметил? Женю. Женька не пойдет. Поломала его та история. Спился, небось? Поглядим. Ну что, Жень, попался мужик с поличным? Как на работу ходит. А может, это любовь? Ну, это пускай жена его разбирается. Мы свое дело сделали, коварного изменника изобличили. Угу. Да, так легко еще никогда не зарабатывал. Что-то я радости не слышу в твоем голосе. Потому что ее нет. О, Котов. Судмедэксперт. Забавный мужик, жалко, ты его не застал, уволился раньше. Да, Сань? Ты по убиенному Лаврушину соскучился? Про дополнительную экспертизу не забыл? Да, конечно, помню. Готово? Барышев его даже читать не стал. Еще и разорался на меня. Понятно, спасибо. Жду. Жень, может, со мной поедешь? Ребята тебя будут рады видеть. Нет, не хочу. Ну ладно, давай, пока. Порекомендуйте мне, пожалуйста, подарок для молодой, красивой девушки. А? Знаешь, что мне Барышев сказал? Ты, говорит, сам можешь с этой писулькой в туалет сходить, а можешь, говорит, подарить Смолину. И что там? Ну, если вкратце, то отек гортани у Лаврушина вызван неидентифицированным веществом растительного происхождения. Держи. Что это значит? Ну, мало ли всякой травки по миру растет. А вот сам он ее употребил или его настойчиво попросили, это следствию неизвестно. Спасибо большое. Эть, где монета, начальник? Здесь она. Да? Ну, я ее чувствую. Покажи. А вы что думали, ребятки? Почему меня за 40 лет трудовой деятельности так и не взяли? Ой! Здравия желаю, товарищ полковник. И
Юрий Аркадьевич пришел посмотреть на мой провал. Ну, я вообще по своим делам, а что? Неужели провал? Считай, случайно взяли. Да. Юрий Юрьевич у женщины на улице кошелек вытащил, нашла свидетельницу и закричала. Ну, и такая бдительная гражданка, не дай бог. Тут как раз патрульная машина. У меня день не задался. И что, неужели так просто? Пострадавшая сбежала, а кошелек мы у него не нашли. Не пойман его. Юрий Юрьевич, читайте протокол, подписывайте. Вот не буду читать. Вот не буду читать. Я тебе доверяю, капитан. Вот тебе. Доверяй. А признайся, Илья Аркадьевич, когда подумал, что меня взяли, обидно стало? Сколько ты за мной бегал? Я теперь за другим бегаю. Знаю. В частный сыск подался. Рано ты что-то устал. Я вот до пенсионного возраста дотянул, прям как честный фраер. И что теперь? Ну что теперь? Завязал. Пальчики не те стали, реакция не та. Что говорить, я чуть не облажался. А? Я ничего не пойму, что мне чёрт попутал? Я ж ничего такого не хотел. В магазин ходил. Смотри. Смотри, какую вещь, красоту добыл. Не понял, вот же кошелек. Это не кошелек, а редикюль. Антикварная вещь. Только я его купил, у меня чек имеется. Подарок племяннице. У нее сегодня день рождения. Племянница у тебя откуда? Ты как откуда? Оттуда, с родины, дочь сестры. Ну что, у меня никого нет. Кому на житое передавать? Она девушка родная, кровь ко мне приехала. И мне повеселее. И она в провинции, конечно, не закисла. Юрий Юрьевич. Ну, а что? Не для протокола, для меня лично. Че? Ну, брал ведь кошелек, признайся. Скинул. Надюшкой клянусь, кошелька не было. Давай. Господи, нереально хороша, да? Ну, в чем только держится красота эта? Ничего, откормим. Даже не мечтай. А что сегодня на обед? Илюш, у тебя новая работа? И что ты по телефону рассказывал? Спасибо. Ну, слушай, я тоже тебе много чего по телефону говорила. Вот, например, какая у меня была последняя линейка косметическая? Хорошо. Мы с моим бывшим напарником, он раньше у меня в отставку ушел, открыли свое детективное агентство. То есть раньше ты был инспектор Лестрейд, а теперь ты Шерлок Холмс? Ну, типа того. Кстати, дед. Да? Ты знаешь, кого я сегодня в участке встретил? Кого? Копылова. Копылова? Ага. А кто такой Копылов?
Юрий Юрьевич Копылов, человек-легенда, известен тем, что вы ни разу не взяли с поличным. Сегодня его отпустили, потому что не нашли при нем украденного кошелька. Но мне кажется, что он брал вовсе не кошелек, а вот это. Какая хорошенькая. Вор скинул менту добычу. Хм. Пошутил. По-моему, это нефрит. Покажи. А почему он тебе скинул? Не знаю, может, прощальный подарок перед пенсией. Надюш. Юр, не пугай меня так больше. Это она. Белый шарф. Иди к Илье. Он найдет. Он поможет. К Илье, давай. Тихо, подожди, подожди, я сейчас врача позову. Он найдет. А я? У тебя отпуск, отсыпайся. Ну, пожалуйста, я хочу твой офис посмотреть. Я там смотреть не на что. Стул, стул и Жень. Вот, я Жень не видела. А мне на работу пора. А добрось мне до центра, я тогда по магазину прогуляюсь. Ты собираться будешь часа полтора. 5 минут. Иди, не успеет. Жду в машине 5 минут ровно. Ага. Ну все, домой сама. Дорогу помнишь, надеюсь? У тебя с детства привычка подкалывать меня. Ну я же собралась за 5 минут. Вообще за 6. Прости, пожалуйста, Ален, я не хотел. Все хорошо. Я знаю, что ты не хотел. Хорошего дня. Да, Мить, привет. А Копылов-то вчера умер, Илюх. Умер в реанимации от сердечного приступа. А ты как узнал? Из больницы позвонили. Приступ с ним на улице случился. Скорую полицию вызвал свидетель. Свидетель этот, Комаров, говорил, что на Копылова напала какая-то женщина. Напала? Ну, так он сказал. Ну, Копылова узнал, потому что они соседи, а женщина куда-то сбежала, когда он закричал. Так, но умер Копылов мирно от инфаркта. Да, причем это его уже второй инфаркт, как выяснилось. После первого он свою работу-то и бросил. Ну да, работа нервная. Угу. Жалко его даже как-то. Вчера так спешил домой к племяннице на день рождения. И знаешь что? Что? Да нет, ничего. Он обнял меня так, будто предчувствовал. Ладно, спасибо, бывай. Давай, счастливо. Здравствуйте, вы Комаров? Я Комаров. Я звонил вам. Что, пошли, пошли. Я помню вас. Вы в прошлом году у Юры с обыском были. Значит так, докладываю. Вчера отвез внуков, вышел от дочки, смотрю, в переулке сосед Копылов, с ним баба какая-то. И вдруг она как замахнется. Чем? Рукой. Я не рассмотрел, может, в руке что-то и было. А Юрик, он просто вот так вот руками закрылся, вот так. Я как гаркнул, она как побежала, и только шарф белый размотался. Шарф? Ну да, она на башку шарф белый намотала, так красиво, художественно. Похоже.
Я, правда, лица не разглядел, а так на фигуру красивая. Раньше вы ее видели? Не припомню. Думаю, любовница эта бывшая. Юрка, он же знаете, какой был, не женился. Неказистый. А баба у него закачаешься. На то и вор. Чтобы чужими женами пользоваться. Может, Надежда что-нибудь знает? Племянница его. Мой дядя умер ночью. Я знаю. Мы знакомы с ним были много лет. У меня для вас подарок от него. Я знаю, у вас вчера был день рождения. Мне в больнице отдали его вещи, и там был подарок. Редикюль. Он мне его показывал. Он очень тепло о вас отзывался. Вот. Испекла вчера, праздника не получилось. Дядя Юра – это мамин родной брат. Хотя, знаете, она его никогда не любила, если честно. Ну, из-за его занятий, вы понимаете. Он еще в юности уехал из дома, еще до моего рождения. Мы с ним даже никогда не виделись. Хотя маме всегда было тяжело, она меня одна растила. Вот, а год назад дядя Юра вдруг к нам приехал и сказал, что вышел на пенсию, что у него большая квартира в городе. А еще сказал, что хочет купить себе маленький домик в родных местах, а эту квартиру оставить мне, потому что других родственников у него просто нет. Помню, мама тогда разозлилась, выгнала его, а потом расплакалась и говорит: «Я всю жизнь честно работала. Ничего себе не нажила, даже дочке нечего передать. А брат себе на дорогущую квартиру наворовал». Она помирилась с ним, отпустила вас в другой город? Да. Я быстро себе работу здесь нашла. А кем? Я медсестра. Удалось устроиться в коммерческий медцентр. Это вам от дяди Юры. Красиво. А как оно у вас оказалось? Как оперативник я много лет работал с вашим дядей. И вчера... Ясно. То есть она ворованная? Как и все в этом доме. Простите, Надя. Наверное, моя мама была права. Мне просто не надо было сюда приезжать. До свидания, Надя. Мы так ни разу и не поймали вашего дядю с поличным. А как говорится, не пойманный не вор. Здесь я тебя нашла. Ты стояла на витрине красиво, как куколка.
Здравствуйте, присаживайтесь. Здравствуйте. У меня может быть странный вопрос. Скажите, пожалуйста, а что здесь было раньше? Ну, где-то 20 лет назад. Не знаю. А я знаю. Раньше здесь был старейший антикварный магазин «Кукольный мастер». И закрылся он 20 с небольшим лет назад. Ну, ходили слухи, что там украли что-то ценное. Директор вскоре умер, а потом и самого магазина не стало. Интересуетесь историей? Да. Да, спасибо. Здравствуйте. Столы, стулья и вы. Все, как говорил Илья. А его сестра? Илья скоро приедет. А у меня контракт закончился, и я здесь в отпуске. Я фотомодель. Может, слышали Алена Смолина, нет? А принц Гарри слышал. Женя, у меня новая муза. Понятно. Адрес у дедушки выцепенила? Угу. Ладно, давайте я вас познакомлю. Жень, это моя сестра Алена. Алена – это мой друг, соратник и напарник Жени. А мы уже познакомились. И даже поболтали. Поболтали? Евгений. Илюша, я хочу заказать у вас расследование. У меня есть деньги, я все оплачу. Нет. Я специально сюда приехала, потому что ты дома меня не будешь слушать. Мы этим не будем заниматься. Почему? Дома поговорим. Илья, здравствуйте. Это Надя Копылова. Нам нужно еще раз встретиться. Отлично. Кафе, театр, кино, выставка. Это касается смерти моего дяди. Деловая встреча, я понял. Хорошо. Давайте проведем ее в кафе. Очень хочется перекусить. Как вам удобно. Пакеты забыла. А ты, конечно, не меняешься. Музы эти твои. Хотя, может, ты и прав. Никто никому ничего не должен, это ж самое главное. Сплошной драйв удовольствия. Главное, расставаться не больно. Это ж самое главное. Чтобы не больно. Муза-то есть. Дела еще нет. Чай у вас всегда вкусный. Мне кажется, наши беседы бесполезны. Ну, вы очень спешите. Проблемы вы накапливали годами. Решить их хотите за один или несколько сеансов? Да нет, не решить. Ну, хотя бы несколько изменить отношение к ним. Ну, вот, я рада это слышать. Вы принимаете препарат, который я вам дала? Да. Ну, неужели совсем не ощущаете его действия? Нет, ну почему ощущаю? Настроение выравнивается. Проблемы не кажутся такими уж большими. Ну, вы знаете, мне... как будто тяжелее дышать становится. Нет, ничего страшного. Это индивидуальная реакция вашего организма. Препарат полностью растительный. Мы получаем его от наших индийских коллег. Поэтому просто не превышайте дозировку. Да-да, я помню. 6 капель на стакан воды. Угу. Видите ли, в чем дело? Да. Ну,
Эйфория проходит, а проблемы остаются. Но мы же с вами решили. Не проблемы, а отношение к ним. При помощи этого препарата я вам показываю, что отношение, в принципе, может меняться. У меня к вам предложение. Мы можем продолжить работать с вами в прежнем формате. Можем немного, ну, скажем так, ускорить процесс. Я всегда за ускорить. Тогда я приглашаю вас на семинар. Свободный человек. Но я хочу сразу предупредить, что это закрытое мероприятие, и новичкам мы не говорим адрес. Вас заберут, вас привезут, но вы не сможете видеть дорогу и отключите мобильный телефон. Почему такая секретность? Как будто вы делаете что-то противозаконное. Ну, в некотором смысле, да. Быть по-настоящему свободным — это противозаконно в любом обществе. Приятного аппетита. Спасибо. Здравствуйте, Надя. Я все искал повода с вами встретиться. Знакомьтесь, это Евгений, Надя. Здравствуйте. Очень приятно. Присаживайтесь. Спасибо. Мы на свой вкус заказали. Неважно, я не обедать сюда пришла. Я не запомнила, как вас зовут, но... Здесь вы написали, что Илья. Смолин. Илья Смолин. Мой дядя перед смертью велел идти к вам. И вы пришли? Да, он мне сказал тогда что-то вроде: это она... Белый шарф, иди к Илье, он найдет. Сосед, который вызвал скорую помощь, сказал, что на вашего дядю напала женщина в белом шарфе. Даже если так, умер он от инфаркта. Да, но он просил найти ее. Вот, ее. Я пригласила вас сюда, потому что только так могу помочь. Ваши проблемы серьезнее, чем вы думаете. Психотерапия не сработает. Вот оно что. Чтобы найти свое место в мире, нужно понять, каков этот мир. Понятия мировых веков. В цикле мы постепенно опускаемся от состояния духовного совершенства, материального изобилия до уровня невежества и нищеты. В Древней Индии это называлось циклы юга. Сейчас мы живем в Кали-юге, в самой темной эпохе, когда нравственный и интеллектуальный уровень в самой низшей точке. Все ваши личные беды — это влияние Кали-юга. Ну да. Выхода нет. Мне просто не повезло родиться в эту эпоху. Выход есть. Нет ни добра, ни зла.
Нет, не черного неба. Есть вечно меняющаяся энергия разрушения и созидания. Это время темной богини. Стань подобным Кали, и ты станешь хозяином своей жизни. А ты по какому поводу такая грустная? Илья отказался мне помогать. Помоги ты. Я не сыщик, я из дома только в магазин выхожу. А мне кажется, ты знаешь больше, чем говоришь. Аленушка, девочка моя, давай не будем копаться в прошлом. Бесполезно это занятие. Только нервы тебе испортит, да и мне тоже. Илья до сих пор считает, что я виновата в том, что отец ушел из семьи. На глупости. Ты тоже так считаешь? Дважды глупости. Ты не виновата. Только я больше 20 лет не видел Аркашу. Что бы он ни сделал, он мой родной сын. От этого еще тяжелее. Нет, я не смогу, прости. Ты хочешь его увидеть? Да. Хочу. О чем мы с ним будем разговаривать? Не получится у нас разговора. Увидеть. Да. Хоть одним глазком. Вот видишь, ты меня понимаешь. Ну, что вам сказать? Копылова – классический инфаркт. Хорошая вещь. Надя, может быть, подождете наверху? Я медик. Я не боюсь покойника. А, вот что. Обратил внимание на руки у усопшего. Ухоженный, как у артиста. Вот на левой руке у него есть царапина. Если бы не засмотрелся на его руки, не заметил бы. Царапина тонкая, прямая, сделана очень острым предметом, я бы сказал, скальпелем. Возможно, и мой. Комаров не разглядел в руках женщины никакой острый предмет, но тоже запомнил этот жест, как будто ваш дядя отмахивался от нападавшей на него женщины. Я ничего не понимаю, кроме одного. Моего дядю хотели убить, и он направил меня к вам, чтобы вы нашли убийцу. Тогда он в полицию. Частные сыщики не занимаются убийствами. У нас ни возможностей, ни полномочий таких нет. Но вы понимаете, что меня в полиции даже не будут слушать? Потому что нет оснований для возбуждения дела. Хорошо. В полиции нет. Но у вас-то есть. Вот они. Это ничего не меняет. Я ушел из полиции по многим причинам. Последней каплей стало самоубийство Лаврушина, которое я считаю убийством. Бывшая жена Лаврушина говорила, что видела его в компании ее. Ваш дядя меня отсылает к ней же. А в совпадение я не верю. Поэтому мы разберемся с этим шарфом и с этими убийствами, которые не похожи на убийство. Из оснований мы возьмем пока только аванс. Напечатай договор. У нас есть настоящее дело. Человечество стремительно летит в пропасть. Все наши привязанности, деньги, власть, любовь, ненависть тянут нас вниз.
Ты должен забраться на вершину. Темная богиня хранила нас во тьме. И она не оставит нас на пути к свету. Доверься. Я бы поняла, если бы ты был бы очень занят. Что-то я не заметила. Раньше ты на это ссылался, а теперь? Как и раньше, так и теперь. Я считаю, что нам не стоит в этом копаться. Алена, зачем тебе эту рану расковырять? А ты думаешь, что сейчас эта рана не болит? Я думаю, что это очень плохая затея, которую тебе стоит забыть. А я сюда именно для этого и приехала. А мы с дедом думали нас повидать. И это тоже. Только я не думаю, что меня здесь очень рады. Итак, что нам дано? Две смерти. Лаврушин – самоубийство. Копылов – больное сердце. Что их объединяет? Женщина в белом шарфе. Это ты сейчас за уши притянул. Тебе не дает покоя брошенное дело Лаврушина. А еще ты увлекся племянницей Копыловой и в качестве ухаживания взялся расследовать банальный инфаркт ее дяди. Дело Лаврушина — мой провал, согласен. Надя Копылова... Да, она моя муза, но она нам платит деньги, а мы выполняем работу. Даже если мы выясним, что никакого убийства не было, это тоже результат. Согласен. Так, что у нас есть еще? Наркотик. У Лаврушина однозначно Копылов. У него царапина на руке оставлена очень острым предметом. Или шприц, или скальпель. Тогда есть дополнение. Что шприц, что скальпель говорят нам о том, что наша подозреваемая медь. Верно? Верно. Так. Тогда завещание. Лаврушин перед смертью составил завещание в пользу своей любовницы. Верно? Верно. Копылов нашел себе наследницу. Свою племянницу. Верно? Тоже верно. И она медик, извини. Но Наде и так бы все досталось. Я просто составил таблицу. Если это серия, нам нужны сюда еще люди. Трупы. Бою, опять шлындал где-то. Чего ж пошел? Ну давай, давай. Антиповна, это я. Твой усатый вернулся. Выписали меня! Я войду! Антиповна, спишь, что ли?